Гарольд, скрывающий боль которого вы знаете по различным забавным мемасам, оказался болельщиком Манчестер Сити. В марте он приехал на матч любимой команды против Базеля и прошелся по городу. Я думаю, в будущем Сити будет очень успешен. Так что красной части Манчестера понадобится помощь, чтобы скрыть боль, сказал Гарольд. В родной Венгрии он ни разу не ходил на футбол, но команда Пепа Гвардиолы вдохновила его на поездку на матч с Базелем 1-2. Любимый игрок Гарольда в составе Сити – Серхио Агуэро. Помимо футбола, герою мемов очень нравится манчестерская музыка, группа Oasis, The Stone Roses и The Smiths. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.